Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте Keys Hunt. Пополнить данный сайт на 25 тысяч рублей обязательно. Если ты захочешь пополниться, вот сюда вот лупик вводишь, дает тебе 30% пополнения. Что ж, а мы поехали поскорее начинать. Начнем мы, конечно же, с золотой лихорадочки. Куда же этот сайтик без этого кейса, правильно? Обязательно попробуем сегодня корявого стрелка. Будем смотреть, как говорится, проверять. Может быть, сегодня он будет попадать в эту ебаную мишень, но очень вряд ли. Что ж, тем временем уже второй кейс прокручивается. И, ну, окупов на самом деле на первых, наверное, 5 кейсах я не жду, поэтому давай их проскипаем. 4-й. 5-й, ну, 6-го, наверное, уже пора бы посмотреть, потому что весь бонусный баланс, который нам давался, уже проскипан. А окупов пока что... А, во, это первый окуп, кстати, X2, хорошо, приятно. Давай следующий. Следующий кейс нам приносит слепое пятно или как-то так. Не помню даже, как скин называется, ладно, собственно, не суть важно. Ну, неоновая революция, ладно. Сколько ты стоишь денег? 2700, тем не менее, плюсик есть, как бы, и на этом большое тебе спасибо. 10 тысяч рублей остается на балансе, еще кейсов 5, наверное, можем себе позволить. Ага, это в ноль. Это плюс 1500 рублей, это приятно. Это минус. Это минус, и последний кейс. Окей, X2 почти что. Что ж, давай тогда в первый контракт загрузим все такие самые неокупные скинчики, которые были. А именно вот такие вот, наверное, до 1100 рублей. Сделаем контрактик, сумму не посмотрел. Ну, дурачок, 5600. Ну, там, наверное, как будто бы больше было. Так, 5600, два самых дешевых скина. 8500 рублей, контракт следующий делаем мы с тобой. Получаем 3300, охуеть, спасибо, понял. Тогда вот так, 8000 рублей контракт. 7,5, ну сомнительно. И all-in, все или ничего, 20 тысяч рублей контрактик делаем с тобой сейчас. Получаем нож на 20 тысяч, ладно, давай продадим его. Пойдем покрутим какие-нибудь другие кейсы, например, нефтевышечку. 4-5 раз можем смело, наверное, даже ударить его. Давай смотреть, что отсюда будет падать. Ну, калаши, Казимов, окей. 5000 рублей. Приятно. Плюс 1000. Хорошо, давай дальше. Бабочку бы Black Laminate. Но калашек плюс 1000. Все еще приятно. От своих слов я не отказываюсь. Хорошо. Дальше. Третий кейс. И перчатки, кстати. Кстати, это даже плюс 2300 рублей. Вот это да. Может быть и... Этот кейс окупит и следующий. Ну, этот, наверное, съел все же. Ну да, все же съел 500 рублей. Ладно, не критично. И последний кейсик. Смотрим, что ты нам поставишь. Wildfire, пожалуйста. Да, Wildfire за 5600. Отлично. Отличнейшее. Тогда вот это вот мы ставим на X5. Определенно, точно. На вот такие вот дегера убийства. 3 патрона. Мимо, мимо, мимо. Ну ладно, 2500 и на том спасибо, окей. 24500 рублей контракт, падает 28000 рублей. Может быть, мы сегодня дойдем до кейса торнадо, я его открою. Пожалуйста. Хотелось бы попробовать данный кейс. Собственно говоря, 25000 рублей почему было закинуто? Потому что X2 сайт смело выдает. Ну, дальше, конечно, будет очень сложно. 7000 рублей, ладно, плюс 2000 рублей. Приятно тоже. Дальше продолжаем космический кейс. Ух, ебать. Только не говори то, что ты вообще 1000 стоишь. Нет. 3, спасибо. 5900 Hellfire. Дальше идем. Еще один Hellfire. Еще 5900. Ну окей. Окей, плюса это всегда хорошо. Плюс, как говорится, не минус. Ну, давай еще что-то хорошее. Ну, гравировочка. Ладно, окей. Общей сложностью 25747 плюс 700 рублей за 5 кейсов. Даже 26000 рублей. Ну, держит на балансе. Ну, конечно, хотелось бы немножечко другие скины, чтобы падали. Давай, ладно, будем начинать уже жестить. Пробовать вулканический кейс. Все-таки дорогой, правильно. 26000 рублей. Просто в нулину он нам сегодня поставил. Shadow Dagger'ы.
Night минус 1000 рублей. Не критично. Окей, еще разочек тогда. Что же это? Еще минус 1000 рублей. Ладно, еще один раз. Еще такие же дегера, просто два раза подряд. Если бы они... А, третий раз. А что с кейсом, боже мой? Я, конечно, не уверен, но мне кажется, четвертый, наверное, точно так... А, нет, все, ебало завалил, сори. Все, ебало просто завалил. Окей. Окей. Продаем. И вот это мы продаем. Просто ебало завалил свое напрочь. 64 тысячи рублей на балансе. Кейсик, торнадо. Просто все или ничего. Пожалуйста. Просто тебя прошу, кейс-хант. Давай сделаем красиво. 14 тысяч рублей остается на балансе. Если сейчас дает скин тысяч за 36, то... то похуй. Даманскую сталь я буду забирать. 58 тысяч рублей. Блять, какие же хорошие сегодня шансы. Но почему всегда нельзя так падать? Почему всегда нужно, блять, Сему сливать в начале? Похуй, золотая лихорадка. На все деньги докручиваем. 14 тысяч рублей. Ну такое. Ладно, такое. Ничего страшного. Давай дальше. Обязательно нужно еще выбить вам скин на розыгрыш под сегодняшним видеороликом, да? Как бы... Не стоит про это ни в коем случае забывать. Минус, ага, минус. Ну окей, неоновая революция, приятно еще к выводу сверху, так скажем. Окей, и апгрейды, поехали. Нам нужно вначале какой-нибудь скин на розыгрыш. Например, будет это орбита, да? 67% шанс, почему бы и не поставить орбитку, например. Да, почему бы ее поставить, собственно говоря, правильно. Окей. Ну давай вот так. Пробуем. Ну, давай редлайн, не знаю. Два патрона. Три, четыре, пять, шесть. И, бля, если с шести патронов ты не попадешь 75%, но это будет просто смех ебучий. Всемогущий. А, ну ты понял. Ну, как бы. А что ты хотел? 0%. Понимаю. Ехала дальше. Выбираем орбита. 75% шанс. Апгрейд не дается нажаться. Хорошо, обновляем страницу. Ставим x1 и 2. Выбираем орбиту. И поехали. 2, 3, 4, 5, 6. 6 патрон. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бля, это тильт. Я не могу с этой хуйни. Это просто скам чистой воды начался. Просто, ну не дает. Ну не хочет, и все, и в рот его ебать. 1681 рубль. Контракт, последний проверочный. 705 рублей падает. Да, иди ж ты нахуй. На 10x ставим. На вот такой вот еще ножичек. 100% не залетит, как бы. Но попробовать стоит. 10% шанс. Да. Расскажешь. Да расскажешь, похуй. Мне было просто было интересно посмотреть, так скажем. Вот эти вот все три предмета сегодня отправляются Сёме домой, на базу, так скажем. А, скин с моего инвентаря или вот этот вот Favor Dream. Осин патрон. Ну да. Скин стоимостью до 1500 рублей отправляется тебе домой. Что ж, для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше под данным видеороликом, тебе нужно быть просто подписанным на канал, поставить лайк, написать комментарий. Ну а так, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.